Это женщина 13 левела. А у тебя? Тамара, у меня женщина. А у Аленки? Сейчас посмотрим. Мужик. Во, кстати, мы можем это... У нас две бабы Терекса, короче. И один большой Терекс, мальчик. Можем сделать сейчас этот, прям стаю тираннозавров. Пусть сначала снесут яйца. Включить поведение, включить спаривание. А он сразу двух, прикинь. Ха, это какой-то юрский тройничок. Со стороны этот металлический Терекс выглядит как вибратор для двух натуральных ящериц. Может, так и есть. Как тебе такое, Илон Маск? Это Ark Survival. И мы т***им динозавров. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. В смысле, что с ним происходит? Что это такое было? Баг на баге. Тем временем в лесу было все лесисто. В общем, здесь где-то по недостоверным источникам таверны была некая информация, что здесь вот есть жемчуг, который нам очень так нужен. Мы открывали новые миры. Так, я возьму копье и пойду посмотрю, что там. Есть здесь хир. Что хир здесь такое? Вот он, под водой тут опасно. Тут рыба как-то голодно выглядит. Офигеть, смотри. Я ж тебе говорил, я прикармливал вчера здесь. Вон, смотри, хорошая подошла. То есть, да, можете теперь представить, каких размеров здесь сельдь бегает. Это лещ, крупный лещ. Говорят, еще с рогатки рыбу бьют. Я вообще в целом за новаторство. Воу, воу, воу. Воу. Мы добыли белый жемчуг. В общем, задача такая. Мы сегодня жемчуг, значит, отнесем обратно, который добыли. А добыли мы его с пиявок на болотах. Потом мы что-то сделаем с этим жемчугом. Либо мы изготовим лодку и будем бороздить океаны. Либо мы что-то сделаем с этим жемчугом. Приключения.